Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю спагетти с креветками Альфредо. Это, наверное, самая популярная паста в мире. Ее знают все. А готовится все очень быстро и просто. Буквально за 20 минут у вас на столе такой шикарный обед. Порежу 4 крупных зубчика чеснока. Именно чеснок придает этой пасте просто потрясающий вкус, поэтому его должно быть довольно много. Но, безусловно, вы можете корректировать все по своему вкусу. Готовится все очень быстро. Я уже поставила кипятиться воду для спагетти. На сковородку наливаю небольшое количество оливкового масла. Можно, конечно, использовать и другое растительное масло. Заранее я подготовила креветки, хорошо их помыла и почистила. Отправляю их на сковородку. Обжариваю креветки буквально 30-40 секунд, чтобы они просто поменяли свой цвет. Потом я их буду доготавливать в соусе. Снимаю их на тарелку. И теперь отправляю обжариваться чеснок. Чеснок надо обжарить до такого приятного аромата. Он ни в коем случае не должен сгореть. Огонь можно сделать тише. Чеснок обжарился, он стал вот таким, слегка золотистым. И теперь в сковородку я вливаю сливки. Для рецепта можно использовать сливки 15-20%. И сразу же я всыпаю сыр пармезан. Можно использовать и другой твердый сыр. Но, конечно, с пармезаном этот соус получается наиболее вкусный. Хорошо все перемешиваю и на очень маленьком огне протушу соус буквально пару минут, чтобы все хорошо объединилось. Я это делаю при постоянном помешивании. И теперь пока соус я отставляю в сторону. В кипящую воду добавляю соль. Спагетти надо варить в большом количестве воды. Сегодня я использую вот такие спагетти. Они очень тонкие, называются волосы ангела. Я вот так их немного перекручиваю и забрасываю в воду. Самое главное, спагетти не надо переваривать, тогда они получатся вкусными. Спагетти готовы. Снимаю кастрюлю с плиты. Возвращаю на плиту соус. Я вот эту воду, в которой варились спагетти, добавляю немного в мой соус. 2 небольших черпака. Хорошо перемешиваю, чтобы все объединилось. И также сразу добавляю креветки. Немного черного перца по вкусу. И теперь в мой соус выкладываю спагетти. Я достаю их прямо из кастрюли. Если хотите, можно просто слить воду через сито. Хорошо все перемешиваю, чтобы все спагетти покрылись вот этим чудесным соусом. Как видите, соль сюда я не добавляю, так как вода, в которой варились спагетти, соленая, и сыр тоже достаточно соленый. Пусть спагетти прокипят в соусе буквально 2-3 минуты, чтобы они пропитались этим соусом. И все готово. Подаю к столу. Сверху натру еще немного пармезан и чуть-чуть зелени. Я желаю всем приятного аппетита!